Внимание! Внимание. Новый фильм про детей-шпионов настолько остросюжетный, что вам придется закрыть глаза трехмерными очками. Приготовьтесь. Привет, Джуни. Пропала твоя сестра. Третьему фильму. Джуни, ты знаешь новую игру «Игра окончена»? Все ребята мечтают поскорее в нее сыграть. Мы должны помешать этому. Это игра ловушка. Третья миссия. Надень очки, и ты попадешь внутрь игры. Найди свою сестру и помоги ей отключить игру. У тебя 12 часов, или игра окончится для всех. Третье измерение. Я ищу свою сестру. Она где-то на 4-м уровне. В игре нет никаких правил, кроме одного. Победить любой ценой. Ты можешь взять с собой в помощь из реального мира одного человека. Джуни, где это я? Ты в видеоигре, созданной психопатом по прозвищу Игродел. Ты ходишь? Я способен на большее. Что ж, переведем вас на другой уровень. Испытайте кураж. Ищи свою сестру, Джуни. Ощутите волнение. Кармен, на этом уровне. Я тебя заставлю. И запомни, игрунчик, я твоя сестра. Ох, и надеру я кому-то за. Погрузитесь в опасность. Это самые скоростные и опасные гонки во всех видеоиграх. Очки, быстро. И наденьте очки. Потому что на этот раз вы тоже участвуете в приключении. «Дети шпионов 3» в трех измерениях во всех кинотеатрах.